Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как делать антисептик в домашних условиях. Так, пожалуйста, выйдите отсюда. Берете спирт чистый, побольше полбаклажки. Вливаете туда воды. Помешали. Берете лимон. Нарезаем. И добавляем для запаха лимон. Все. Антисептик готов. Теперь берем и брызгаемся. Хорошо брызгаемся. Надо и вовнутрь брызнуть. Антисептик. Хорош, хорошо убивает вирус. Еще попробуем убить. Отлично. Красота. Да, Зена? А я вам скажу, а вот такая вещь. Наташ! Наташ! Снова парами надышала, блядь. Ой, блин, снова одеваться в аптеку за нашатырем бежать. Все, побежали, Бруся. Все, пока.